Угроза под ногами. Около 1000 жителей Алтайского края обратились к врачу с жалобой на присасывание клеща. И это всего за одну неделю. Активность клещей возрастает, говорят специалисты. Всего с начала сезона от укуса клещей пострадало больше 6 тысяч человек. Треть из них – жители Барнаула. У 7 официально подтвержден диагноз – клещевой энцефалит. При этом у большинства пострадавших – тяжелая форма заболевания. По данным Роспотребнадзора, все они не были привиты от клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации за дозой иммуноглобулина. Специалисты еще раз напоминают – через неделю активность клещей пойдет на спад. Но сейчас не время расслабляться. Если вы обнаружили на себе клеща, лучше не пытаться снять его самостоятельно. Это мало у кого получается. Нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.